Такой прыжок на профессиональном сленге зовут «многовей». Впервые в истории произошел многовей с моста с одновременным участием 25 человек. Фестиваль для бейсеров проходит в Сочи в третий раз. Каждый год участники придумывают что-то новое, более сложную акробатику, более сложные групповые прыжки. Увеличивают количество участников массового прыжка. На этот раз в Сочи приехало около 50 участников со всех уголков страны. На этот раз фестиваль приобрел и международный статус. На него приехали спортсмены из Беларуси, Армении и Великобритании. В течение трех дней участники совершили около 600 прыжков.